В этом видео мы возьмемся за наши темплейты. Так, класс Pupil можно уже полностью закрыть. Опять напоминаю, где находятся темплейты, ресурсы, темплейты. Вот они. Pupil Form. Опять же у нас вот это название уже встречалось. Давайте мы его пометим как так. Refactor, rename. Пишем old, жмем refactor, окей, можем его закрыть. И теперь назовем новый HTML файл, назовем pupil form. Окей, откроем любой другой, отсюда скопируем namespace, сюда вставим. Так, что мы тут? Title. Давайте pupil form напишем. Так. Давайте включим заголовок H2. В принципе, можете любой поставить. Pupil. Pupil form. Так, после этого давайте сделаем отступа. Сколько? Давайте 2 достаточно будет. И откроем нашу форму. Так, th action. Th это timelif, как вы поняли. Th action. Опять пишем собачка. Помните, да, я вам говорил, чем отличается собачка от доллара. Собачка это, скажем так, указание на какую-то другую страницу. Процесс pupil form. Так, тут мы выбираем object, так как у нас это будет вот эти два поля, которые отображаются, да. Так, где вот. У нас есть pupil, да, и тут есть два поля, first name и last name. Собственно, на этой форме мы будем эти заполнять эти два поля, ну, это и будет наш объект. Пишем объект pupil. И последнее, Ctrl пробел, это у нас метод. Будем использовать post, то есть будем передавать вот эту всю информацию не в URL, а в body нашего запроса, да. First name. Так, input. Type. Текст. То есть это поле будет для ввода текста. И теперь смотрите. TH. Я выбираю field. И можно как заполнить, смотрите, вот так. Pupil. Так. Знак доллара. Pupil. First name. То есть это если по полному имени. Давайте оставим один такой вариант. Тоже сделаем два пропуска. BR это просто пустая линия. Last name. А тут давайте я использую сокращенный вариант. Звездочка, Ctrl пробел. Ctrl пробел, и у меня ничего не высветилось. Ну ладно. Last name.
5 сделаем пропуск две пустые строки. И тут напишем у нас input type. Это будет наша кнопка submit. Так, где-то я тут допустил ошибку, но пока не вижу где, честно говоря. Type text, th field. Object, pupil, first name, last name. Ну окей, давайте оставим пока так. Сейчас вернемся к этой страничке. Так, тут давайте напишем еще value равно submit. Окей. Так, в принципе, тут ничего нового для нас нет. Все, что мы тут написали, уже сталкивались неоднократно. Так, теперь переходим в наш pupil контроллер. Так, скопируем вот это. Смотрите, у нас метод я выбрал post, поэтому пишем тут не getMapping, а postMapping. Так, адрес вот этот, processingPupilForm. И метод тоже public. String. Метод давайте точно так назовем. Так, return. Так, что-то return он не то написал. Ну ладно, окей. К этому вернемся. Аннотация модуль атрибут. Я думаю, вы уже поняли, как все это работает. Так, тут пишем pupil. То есть мы получаем pupil. Именно вот этот объект, который мы вот тут указали. И это будет наш pupil. Давайте, кстати, выведем себе на экран system.out.println вот этого pupil. То есть то, что мы ввели на формочке, он у нас в консоль должен выявиться здесь. Потому что мы, да, вот переопределили метод toString. Окей, и давайте сюда pupil делаем pupil confirmation. Ну, пока этого нет. Confirmation. Окей, и давайте запустим все это наше дело. Посмотрим, как оно работает. Так, show pupil form. А смотрите, у меня оно переименовалось в old pupil form. То есть тут надо использовать вот это pupil form. Так, localhost. Так, пока ждем, идет запуск приложения. А, я first name написал тут с маленькой буквы. Все, окей. А я сразу, оно мне красным подсвечивало, но я не понимал почему. Ну ладно. Так, давайте перезапустим.
Так-то сколько можно? И видим, вот она наша формочка, да? Допустим, имя это Иван Иванов. Жмем кнопочку Submit. И у нас, естественно, выпадает ошибка. Почему? Потому что мы еще не подготовили Pupil Confirmation Page. Ну, тем не менее, давайте посмотрим. Вот вывелось у нас вот это сообщение. System out println Pupil. Иван Иванов. Значит, все тут отработало до вот этой строчки. Вот эта строчка у нас уже выпала в ошибку. Так, и я вот тут хотел вам показать вот этот вариант полной записи. Так, pupil. То есть смотрите, вот тут мы объявили, что это объект является pupil. И можно полностью вот так записывать доллар, потом в фигурных скобочках pupil first name. А можно вот так звездочка last name. Ну и вот этот pupil не писать. Давайте сейчас еще раз перезапустим, посмотрим, как это работает с таким вариантом. Ну, тут мы вообще ничего нового не делали, поэтому я вам так подробно ничего не объяснял. Тут все нам знакомое. В принципе, каждую строчку кода вы уже должны были понимать. Иван Иванов, Submit. И все окей. Так, теперь посмотрим тут. Все, Иван Иванов у нас вот тут вывелся, то есть отработала вот это вот наш темплейт. И в таком варианте, и в таком. Ну, давайте оставим вот такой сокращенный. А на этом это видео будем заканчивать. Продолжим уже в следующем видео.